это тротуар. Дверь. Это тротуар? Паспорт предъявить? Нет, зачем? Нет, я предъявлю паспорт, а ты извинишься. Нет. Это место моего жительства. Разошлись. Вы хотите на тротуар выехать? Что вы не понимаете? Я хочу вызвать милицию. Вызывайте? Да. Вызывайте. Вы думаете, первый так? Сейчас разговариваете, но его архитектор, 25-летним стажем. В его действиях усматривается состав административного правонарушения. Все понятно? Нам главное выяснить, что это здесь надо? Тротуар. И все. Это же тротуар? Тротуар. Это тротуар. Почему вы двигаетесь по тротуару? Да Шоль, выходи. Угла нет. Да здесь, стою возле ларька с овощами. Видишь? На тротуар. Что это тротуар? Да. Какая разница? Так раз там другого не появилось. Вот там заезд. Вон там, где вы, собственно, заезжали, только прямо надо было проехать. И каждому из этих домов есть подъезд. Да, обязательно соединяюсь с подъездом. Ну, надеюсь. А сейчас вы сдадите назад и вернётесь как надо. Спасибо большое. Я тогда там развернусь, а то я сейчас все здесь разберусь. Пусть развернется. Ваше опоздание же, правильно, не позволяет же ездить? Не позволяет, согласен. Спасибо большое. Поэтому сдайте назад, вернитесь на дорогу. Служили водителя. Девушка, стойте. Давайте вы поедете. Как нормальные люди, вот как нормальные люди. Там же, вон видите, там BMW едет, вон там проезд, поймите. Здесь посмотри, нет. Здесь люди, которые живут, я тебе поучи правила. И что, я-то как раз знаю правила, вы сейчас людей давите. Девушка. Девушка, становитесь, пожалуйста. Девушка. Правила, мы выучили, малыши. Номер засними, сейчас тогда гриду. Если ты ни хрена не знаешь, иди сначала выучи правила, малыш. Женщина. Женщина. Вы правила сами-то знаете? Я-то как раз-таки. Даже то, что по двору надо было выезжать, а не здесь. Можно было взять с другой стороны. Слезь! Давай слезай. Быстро слезь. Охуели. Мелкие. Девушка, вы не проедете так. Конечно. Архитектор. Отойди от номера. На все снимает, снимает на все, что есть. Скажите, понравился прошлый выпуск? Да, понравился. Статья 12.29. Правила дорожного движения. И. Нарушение пешехода. Правила дорожного движения. Препятствующие проезду транспортных средств. По тротуару. Проезжая часть. По тротуару. Обязательно. Более того, так ГИБДД, но и полицию тоже. И полиция сейчас еще приедет. Вы читали правила дорожного движения? Да, я знаю правила дорожного движения. Ищи быстрее. Мы никуда не торопимся. Ну, пускай. Я вас там сейчас приеду и вас пропустим. Лично в ответственности. Что еще раз? Да, конечно. Ждем. Мы давайте не будем с вами повторять то же самое дело, которое было в прошлый раз. Я не вижу смысла. Мы ждем теперь полицию, ГАИ, кого вызвали. Ждем. Отлично. Только я вас еще раз предупреждаю, что... Я вообще верю, вы еще раз в ролик попадете. Да, нет, это конечно. Я просто в доме, я живу. Хочешь паспорт? Мне все равно, где вы живете. А что, а я домой во двор еду. Смотрите, я уже вызвал полицию. Наберите тоже. Я сейчас наберу. Вы сейчас находитесь на тротуаре, а не во дворе. Я понимаю, но я во дворе у себя. И что? Дома я уже. Вот, мне не нужен паспорт, мне не нужна ваша прописка, меня это не волнует. Это не тротуар.
местный проезд. Ты знаешь, у меня машина застрахована, пусть страховку платит. Я не буду ничего платить. Не мне. Я не буду ничего платить. Вызывай милицию, ё-моё. Ну, вызывайте. Вызовите вы. А мы уже вызвали. Если 40 лет я здесь живу, в этом дворе, и машина здесь прописана, я у себя во дворе, можем мы проехать? Я даже пробку не объезжаю, я заезжаю с бульвара Новаторов к себе домой, во двор, посмотри. А вы на каком основании препятствуете транспортному субъекту проезд? Не кидайся ты. Нет, я вас понимаю. Ты думаешь, мне не нравится, что у меня во дворе будут объезжать? Ну так вот. Вот я тебе объясняю, на машину не кидайся, потому что она сейчас, это самое, страховой... Я не кидаюсь, уж на меня едете. Нет, подожди. Подожди, я тебе объясняю. Если ты меня типа делаешь, я просто милицию вызываю. Да. Страховая компания к тебе, не ко мне проблем будет. Ко мне проблем не будет. Вы на тротуаре были. Ко мне проблем не будет. Так, ты мне объясни, хорошо, по-человечески объясни, как автомобиль мой может попасть ко мне домой. Заезд вон там. Я оттуда еду, а не оттуда. Ты понимаешь? А мне-то какая разница, вы по тротуару двигаетесь. Ты мне объясни, как я в своем дворе должен тебе объяснять, что я тут делаю. Вы на тротуаре, какой двор? По статье 12.29 тысяча рублей штраф. Хорошо, хорошо. Да, отлично. Да, мы ждем. Я штрафую. Конечно, мы тебя штрафуют. Да. Тебя обязательно штрафуют. И меня. И тебя штрафуют. И меня. И всех. Всех пешеходов оштрафуют здесь. Дома, я не тот подъезжаю, я дома. Ну как объяснить? Ну дома я, представляешь, ни домой не проеду. Отойди сейчас, мы здесь живем. Ёбнутые какие-то люди. Я в своем дворе 40 лет здесь живу. Почему я не могу вот встать к тебе домой? Он домой едет. Я еду с той стороны. Почему я должен объезжать оттуда? А нахуя ты едешь? По порядку. Не могу. Они меня не пускают. Вот мой двор не пускают домой. Дайте отходить. Уберите от меня руки. Руки уберите от меня. Ты идиот или как? Я повторяю, руки от меня убрали. Идиот или как? Когда вы бегаете через дорогу, не на пешеходном переходе. Бегаете. Ребят, аккуратней. Куда вы даете людей? Я вызываю ментов. Да. Я объясняю, жители этих домов, они имеют право здесь ездить. По тротуару, отлично. Ты можешь не ходи в моем дворе, не ходи, не надо. Я имею право ходить, где хочу. Спасибо вам за понимание. Так, домой меня проводи, я просто скажу. Ну я во дворе у себя, что, как она, может летать, плавать, ты мне объясни. Ты пришел ко мне во двор, ко мне домой, и говоришь, где чем мне тут дышать. Я нахожусь сейчас не во дворе, а на тротуаре. Говорим о нарушении пешеходности правил дорожного движения по статье 12.29. Почему? Потому что пешеходы стоят на тротуаре и не имеют на этого права. Ездить не мешает проезду транспортных средств. На тротуаре. Вот это прямая, это не внутриквартальный проезд, это тротуар. Почему вы это так говорите? Потому что он прилегает к проезжей части, а именно к Дачному проспекту, и отделен от нее до города. Алексей Михайлович, я вам еще раз говорю, мне недостаточно, я убедился, что у вас есть въезд с дворовой территории, у вас есть въезд, у вас есть возможность, не выезжая на тротуар, у вас есть возможность заехать. Я не нарушил ни единого пункта правил дорожного движения, двигаясь по проезжей части со стороны бульвара Новаторов. К сожалению, вы его нарушили. Я не вынужден, но я вам это сообщу. Сейчас в данный момент вы нарушили правила дорожного движения. А именно правило 9.9. Да, я считаю, что вы превысили свои служебные полномочия и не привлекаете по статье 12.29 пешеходов, нарушив правила дорожного движения. Вот сейчас в данный момент мы находимся. Потому что они препятствуют. Нет, мы не находимся на тротуаре. Тогда что можно было? Вы обжаловать, я вам выпишу административный штраф и справедливо. Да, конечно, я его обжалую обязательно. Вы что готовы? Что данные граждане? Данные граждане вообще кидаются на нас. Замечательно, только протокол у меня составлен, что водитель ехал по тротуару, а не кто кидался.